дорогие друзья, я Александр Пичу. Сегодня хочу показать вам авторский ритуал Пало Майомби. Как вернуть зло врагу или колдуну. Что нам понадобится для ритуала? День лучше выбрать, конечно, понедельник. Красная ткань, в лесу можно делать. Ну, не так, как я тут нахожусь. Вот. Чернение делаем на ритуальном блюде. Рисуем космограммы. Дальше нам понадобятся две черные свечи, естественно, восковые, настоящие, сигаретка, спички. Также нам понадобится сахар с яйцом перетертым, скорлупой, точнее, яйца. Что мы делаем? Располагаем. Две свечки мы ставим, одну сюда, другую сюда, как объект врага. В центр сыпем, как говорится, сахар наш и с яйцом. То есть скорлупу яйца перетертого. Зажигаем свечи против часовой стрелки. Сигаретку ложим сверху, задымляем ее, то есть обдымляем в дар Люцеру. И читаем заклинание. Так, продолжаем. Вот я уже расставил, все сделал. И читаем три раза. О, Люцера, верни, что пришло в мой дом врагу. Сетенраша вуда-вуда-вуда. О, Люцера, верни, что пришло в мой дом к врагу. Сетенраша вуда-вуда-вуда. О, Люцера, верни, что пришло в мой дом к врагу. Сетенраша вуда-вуда-вуда. Говорим три раза. Сидим, ждем, естественно, чтобы тут ничего не догорело до конца. Потом чашку забираем с собой, огарки свечи и огарки сигарет. И то, что тут у нас сахар, как говорится, это все оставляем, тряпочку все уносим, остальное. То есть дар Люцера. Спасибо за внимание, с вами был Александр Пичу. Ставьте лайки, будет много чего интересного. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, удачи и будьте здоровы.